Трудовое рабство в Ивано-Франковской области. Местная полиция задержала преступную группировку, которая незаконно удерживала 32 человека. Людей вынуждали тяжело работать в течение 2 лет под предлогом лечения от алкоголизма и наркозависимости. При этом родственники платили за такую реабилитацию от 1,5 до 5 тысяч гривен ежемесячно. Среди жертв 3 детей. Задержаны 6 человек, организатор и соучастники. Самому старшему из них 35 лет, младшему 22. Все они уроженцы Донецкой области, и грозит им теперь от 5 до 12 лет лишения свободы.